Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о больших болгарках, о ушемках. Начиная от относительно дешевых китайских моделей и пойдем по возрастанию. Чем вообще будет основное отличие всех болгарок больших? Это у нас мощность. Мощность может быть начиная от 1,8 даже и выше, до 2,6. Потом, это ресурс. Ресурсы у китайских каких-то моделей дешевых, понятное дело, очень невелик. И, соответственно, чем ближе к профессионалам, тем ресурса больше. Ну и, соответственно, выше цена. Дальше у нас бывают поворотные ручки или же неповоротные. А именно, как правило, на дешевых моделях, вот у меня представлены ручки поворотные, на профессиональных неповоротные ручки. Вот. Ну и, собственно, давайте посмотрим каждую модель. Я думаю, если у вас там где-то в магазине не особо будет отличаться от наших представленных, в принципе, линейка так, можно подобрать то же самое. Вот, берем фирму Штурм. Болгарочка очень неплохая. Это профессиональная болгарка ихней линейки. То есть, мы ее, конечно, не будем с Метаба сравнивать, но в их линейке она стоит как профессионал. Они дают на нее 25 месяцев гарантии. Какие у нас здесь преимущества? Первое, конечно же, быстрый доступ к щеткам. Потом поворотная ручка. Очень много положений поворотной ручки. Тут, как вам удобно, так вы можете ее и поставить. И очень большая мощность. У этой болгарки мощность 2,6 кВт. Вот, следующее. Болгарка Интерскол. То же самое у нас поворотная ручка. Но здесь уже, как мы видим, всего лишь три положения. Это производство России уже. Завод в Елабуге делает эту болгарку. Вот. И мощность здесь 2,5 кВт. Дальше. Следующее у нас опять Интерскол. Почему мы их взяли? Это у нас еще Интерскол китайского производства. Вот. То же самое, быстрый доступ к щеткам, что здесь, что здесь. И также поворотная ручка тоже три положения имеет. Вот. Мощность 2,3 кВт. Следующий у нас DeWalt. Это у нас немецкая болгарка. Большая. Здесь у нас мощность 2,2 кВт. Это уже из разряда профессиональных болгарок. Вот. Но на мой взгляд не очень удобно вот эта вот система кнопок сделана. Потому что так вы ее не нажмете. Надо сверху поднажать, потом сюда нажать. Но зато она имеет блокировку. К примеру, здесь уже они отказались от блокировки. Здесь нету блокировки. Раньше можно было заблокировать кнопочку вот таким нажатием. Но сейчас уже ее не делают они. А здесь сделали вот такую блокировку дополнительную. Ну, ко всему, как говорится, привыкаешь. Тоже, возможно, есть какие-то в этом свой плюс. Но нету поворотной ручки. И если вам как-то не с руки держать, то придется как-то приспосабливаться. Ручку повернуть здесь нельзя. К щеткам также быстрый доступ. И еще что, эти болгарки профессиональные, они хоть и дорогие, но не имеют плавного пуска. На вот этих болгарках уже стоит плавный старт. Это, конечно же, во-первых, облегчает работу. Двигатель не так сильно дергается, когда вы запускаете. Вернее, вообще не дергается, плавно разгоняется. Вот. И легче и удобнее работать. Следующая Метаба. Вот, Метаба, конечно, профессиональный инструмент. Вот, то же самое. Клавиша не имеет у нас поворота. Но здесь еще вот клавиша у нас блокируется. То есть можно у нас оставить ее, ну там, не держать пальцем, а оставить заблокировать. Быстрый доступ к щеткам. Вот, единственное то, что не поворотная ручка. И она как самая слабенькая у нас идет, она 2 кВт. Вот. Но зато ресурса, конечно, у нас будет больше в этих болгарках. Но и цена у них сейчас на данный момент времени около 8 там, тысяч рублей. Интерскол где-то около 6, даже 7 сейчас, да, 7 тысяч. И Штурм около 6 тысяч. Вот, на этом, наверное, закончим. Небольшой я вам рассказал такой видеоролик про большие болгарки. Снимем про маленькие, скоро выложим. Так что, если вы берете для дома, для себя большую болгарку, можно обойтись относительно недорогими моментами, ну, инструментом. Если же, конечно, берете куда-то на предприятие или
ну, для более серьезных работ, то желательно, конечно, взять что-нибудь по профессиональней. Интерскол дает 2 года гарантии, Штурм дает 25 месяцев. Как ни странно, но профессионалы наши дают по 1 году. На этом все. Заходите на наш сайт. Всем удачи. Пока.